Привет, тезки, с вами Диана, вы на канале Дили Плей, со мной мой папа Вадик. Всем привет! И моя мама Рима. Всем привет, друзья! И сегодня мы поиграем в очень интересную игру под названием Мухобойка! Вот так вот! Цель игры — избавиться от всех карт и прибить вот эту вот жирную муху вот этой вот мухобойкой. Вот так вот, да. Очень прикольная игра, так что мы начинаем! Погнали! Всего в колоде 101 карта, видите, толстенькая колода. Здоровенная. Да, здоровенная колода с очень смешной, необычной рубашкой. Здесь есть, собственно, муха. Да, и сами эти шлепалки. Или ляпалки. Мухобойки, они же. А вот наша главная героиня. Которую мы будем прихлопывать. Мы ее будем прихлопывать, вот так. Можно и так. У нее две стороны. Это сторона 1 и сторона 2. На стороне 2, как вы заметили, ей уже совсем нехорошо. Но она у нас остается здесь. Ну да. В центре. За нее мы будем и бороться. За нее мы будем и бороться для того, чтобы выиграть. Да. Ну а сейчас, друзья, мы будем раздавать по 8 карт. И, как всегда, по ходу игры расскажем вам все правила. Полная колода карт состоит из 101 карты. Одна двухсторонняя карта — муха, мухобойка, зомби, какашка, корова, мусорный бак, варенье, рыба, мясо и карты маски. 8 различных масок, за которыми прячется муха. Это маски панды, кота, овцы, свиньи, пингвина, единорога, дракона и ктулху. Эти карты могут быть сыграны в комбинациях. И начнем мы с вот этого вот прекраснейшего единорога. Это муха. Где? В маске единорога. И наша задача сейчас по очереди, по часовой стрелке ходить. Начинать будем с дающего. И каждый будет стараться избавиться от карт и завоевать эту муху. Нет смысла избавляться от карт, если на руках нет мухи. Вообще нет смысла. Даже если мы избавились от карт, мы не выигрываем. Да. Это единственная игра, наверное, карточная, в которой, избавившись от всех карт, не выигрываешь просто так. Поэтому тут будет очень серьезный батл, можно сказать, борьба за одну маленькую жирную муху. Маленькую, но полненькую, да? Давай, следующий ход. Диана походила по цвету. Ходить можно либо по цвету, либо чтобы маска была такая же, либо совпадали персонажи. Где? Итак, сейчас моя очередь, да? Угу. А я сделаю вот такого интересного персонажа. Вот так вот. Карта мяса. Следующий игрок открывает все свои карты и играет в открытую до своего следующего хода. Следующий игрок должен открыть все свои карты. Открывай все. Мы как раз сейчас посмотрим, какие же карты у Вадика. Покажи, у тебя есть мухобойка? Я так понимаю, здесь очень круто владеть мухобойкой. У меня нет мухобойки, к сожалению. Зато у тебя есть зомби. У меня есть зомби. А карта зомби очень такая крутая карта. Но это мы потом чуть позже объясним. Сейчас я еще вот так красиво. Ой, я походу сейчас попаду. Давай, я хожу, ходи, да? Да, ты ходишь. Я все-таки хожу. Так. А я хочу Диану узнать, что за карты она прячет. Конечно. А вот эта вот карта самая зомбяшная. Карта зомби. Сыграв эту карту, сделайте еще один ход. Карту зомби можно играть на любую карту, на нее также можно играть любую карту. Ее я еще вот так вот накрою. О, и теперь мясом. Дианка демонстрирует нам свои карты. А что ж я закрыл, надо же демонстрировать. Да, твои карты будут до твоего хода. Ой, смотрите, у Дианы три мухобойки. Чувствую, что нам будет сложно ее обыграть. Очень жарко. Развернем. Только поменяться картами по кругу, я надеюсь. А, ты уже походила. Все, открывай три карты свои, да. Не отнекивайся тут. А я вас заговариваю, у меня ничего интересного. У меня только мухи в масках. Ну, ходи, значит. Ой, ну мне остается походить. А, я сейчас посмотрю, какие у вас тут слабые места. Сразу же, вот так вот. А, так у вас у всех есть зеленый. У Дианы есть зеленая мухобойка. А у меня нет вариантов. Я могу только походить, в данном случае только зеленый. Только зеленый, да. Окей. Ну, а я теперь закрываю. Все, я закрываю. А тебе теперь не покажу. Все, секрет. Вы не видели мою карту, считай. Какой? Все понятно. Так, я теперь хожу, Я хочу сейчас такое дать. Как дать? Аж ничем. Мне нечего ходить. Давай, вот так. Панда. Панда зелененький. Ой, ну сейчас смотрите, что нам Диана сделает. Я уже даже догадываюсь. На! Мое.
забрала, походила, вот, мухобойка. Это мухобойка. Карта мухобойка. Этой картой вы прихлопываете и забираете муху у соперников. Если муха находится на центре стола, вы, сыграв мухобойку, забираете муху и выкладываете ее перед собой стороной один. Теперь у Дианы муха есть на руках. И если сейчас Диане удастся избавиться от всех карт, она выиграет. Ну, но кстати, мы можем у нее ее отбить. Я могу еще шлепнуть один раз мухобоечкой. Шлеп. А еще поздно. И рано, она повернется на вторую сторону. Ну это потом. Да. Мы потом объясним. Мне, давай, кстати, мама, выгоднее ходи на этой стороне. А ну все, я это уже потом могу прятать, да, давай, свои карты. Ладно, нате вам хрюшку, свинюшку. Так, я хожу теперь. Я хожу. Я теперь хожу зеленый. Вот такой вот пингвинчикой. Хай. Муха-пингвин. Я так, пингвин. Отлично. И снова. А что, ты не ходишь мухобойкой или нет? А у меня синяя. Значит, там две мухобойки синие было. Так, значит, нам нужно с папой забрать у Дианы муху. 100%. Вот такой вот еще розовенький. Так, отличненько. А я хочу... синим. Что такое? Это что такое? Диана говорит, только не корова. Нет, ой, там есть корова. Такие интересные карты, такие интересные. Они так сильно могут это поменять. Это карта рыба. Карта рыба. Следующий игрок должен поменять все свои карты. Ух ты. Вот так вот. Круто. Сливай свои. Я тебя запомнила. Свои мухобоечки, да-да. Я не помню, 4. Посчитай. Не, посчитай четко. 4. 4 карты. Слила Диана свои любимые мухобоечки. Мне как-то, знаете, аж легче стало. Но она зато успела забрать себе муху. Вот так вот. 3. 4. Все. Ох уж эта рыба. Мне нравится в этой игре то, что здесь вот как бы подписано, что означает каждая вот эта вот такая вот карта, потому что можно запутаться, а так ты никогда не запутаешься. Ты очень ходи, круто. Ходи, мама. Ты ходи, а ходи. Что, она же должна ходить. Ага, я. Да, точно. Я жду, пока. Понабирала там мухобоек много? Нет, важно. Ну, ее надо придерживать, мама, надо отбивать. Или держать ее в игре. Мне пока нечем. А мне нечем тоже. О-оу. Нам нужна срочно новая мухобойка. Или что-то страшное из спецкарт. Ладно, я вот так вот. Коте такого. Давай, Диан. Ого, осьминожка. Давай. Я, мама. Да? Да. Осьминожка дружит с осьминожкой. Так. Угу. О! Отличненько. Карта варенье. Следующий игрок берет одну карту сверху колоды и пропускает ход. Так, вот так вот. Идем дальше. Идем дальше. Так, но мне пока избавляться от карт смысла нет. У меня же нет мухи. Что такое? Ты избавляешься? Нет, я не избавляюсь. Я иду и ничем не хожу вообще. Диана расстроилась, видите? Что тебе расстраиваться? Тебе нужно избавляться от всех карт? А что, ты не попала маской? Здесь панда, ну, а у тебя пингвин. Пингвин. И пингвин. Подсунула. Ты нас не проведешь. Вот, о, так вот. Вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Ну что, ну я без карт, ну ладно. Бум-бум-бум. Так, я теперь хожу, да? Ой-ой! Диана выиграла, потому что у нее не осталось ни одной карты на руках, да и еще и была муха! Ну давай 5! Ты, ну, ты молодец! Вообще за 5 сек нас давай обыграла. Так, вот так вот. Вот так. Ну, так, вот так вот, да. А я все-таки предлагаю взять реванш. Это так. Как? А вот так? Ну, как вы думаете, друзья, еще мы не все карты даже показали. Предлагаю реванш. Давай еще разочек. Давайте. Я уже сдал все 8 карт каждому, и я начинаю ходить в этот раз. Давай, да? Ходи. Ты готова, Диан? Да. Бери карты в руки и стартуй. Я у стартую, у меня точнее такие на этот раз классные карты. Надеюсь, нам не придется ними меняться. Конечно, придется. Кто-то все-таки подставит или какаху, или корову. А может быть и рыбу. О, а может быть и мясо. А может быть корова. А может быть, а может быть. Кто так ходит? Слушайте, 8 карт и нечем походить. Вообще. Это сговор против Рима. Там еще одна синяя мухобойка есть. Ты не заглядывай. Вот так вот. Попалась. Окей. Я сижу на тебя смотрю. Хрюха. А ты прячешь свои карты. Думаешь, как выиграла, так что еще раз выиграешь. Это как? Из 7 карт нечем походить. А вот как мне было с 8. Вот-вот. Жесть. Я тоже об этом. Кто сдавал карты? Я не понял. А, нет. Давай. Давай, Диана.
Есть. Во, молодец. А, я лажа. Снова мне не угадала. Можно было не Ты знаешь, что мне не нужна панда, что ли? А, нет, я как раз меня ее нет. Вот так. Так. Я хотела этого сказать. Осьминожка. Осьминожка. Что такое? Во, есть, я хожу. Наконец-то этот цвет поменял. Молодец. Да, выбил розовый цвет. Спасибо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это подстава. Мы что, в сговоре с тобой, что ли? Ненадолго. Я вообще-то не нанимался. Да, видите, я отбила у Дианы, потому что она у нее первой стороной была. А я что? Ах так? Что? Ах нате вам, корова! Карта корова. Все игроки меняются картами по кругу по часовой стрелке. А мне, в принципе, что? Меняемся! Да что ты показываешь всем карты? Не показывай, поменяйся просто тихонечко по кругу. Мои карты она решила всем показать, слушайте. Все, тихонечко, никто ничего ни о чем не узнал. Класс. Ходи, Дианочка. Давай, ходи. Видели, как мы классно поменялись? О, у меня такая карта. Поменяйтесь картами по кругу, идем. Я только успела порадоваться. Это у меня карта сейчас Вадика, да? Ну да. Ого! У тебя Дианы. Это трэш, действительно. Шикардос. Так, это кто сейчас? Ты сейчас ходишь, да? Это сейчас я. У меня ничего такого нет прикольного вам. Свинью какую-то подложить. Не-не-не-не-не. Зато у меня есть муха. Муха. На тебе вам, на тогда вот так вот дракончика такого. Симпатичненького, да? Ты. Ходи. Стартуй. Скорее. А то сейчас я похожу. Хотя упало. Хотя нечем. Там неинтересно. У меня есть интересная такая карта. Смотрите, называется это мусорное ведро. Йой. Карта мусорный бак. Следующий игрок должен взять в закрытую по одной карте у каждого игрока. И Вадим будет сейчас забирать у нас, не глядя. Мне ничего не жалко. Пусть берет. У меня меньше карт будет. Мне это было выгодно. Хотя, вот если бы он у кого-то вытянул какую-то крутую карту, это уже нехорошо. Ах так. Ах все, а вот на вам, вот это, какаху вам. Карта какашка. Сыграв эту карту, отдайте по одной своей карте каждому игроку. Вы сами решаете, кому какую карту отдать. Если у вас на руках карт меньше, чем игроков, то вы сами решаете, кому отдать по карте. И что мы должны сделать? Раздать всем по карте. Ха-ха-ха. А, ты возвращаешь. Я сейчас возвращаю. Не дам. Ты там комбо собирал. К нам все вернулось. Ну, вот я ж не против. Доброта. Так, на тебе эту карту, а на тебе эту карту. Вот так. Ну, спасибо. Так, ходи. Я? Да. Ходи хорошо, качественно. Какулька. Вот так вот. Мясо открывай. Открываешь карты и ходишь. Открываю и вот так вот хожу. Отлично, дракошка. У меня две. Так, совсем дракошка. Две малышки остались. Папа, надо до моего выигрыша. Так, дракошка. Я знаю, дракошка. Чем я тебя валю. Это, конечно, все-то хорошо, но я хотел лучшего. Я хотел лучшего результата. Ну, вот как так? Что, цветом не угадал? Да. Немного. Вот так что вот. Что такое? Ты мне подыгрывать решила, да? Вин-вин. Моя малышка. Ну хорошо, вот так. Закрывай карты. О, я уже привыкла. Так, ладно, КТ. Давайте по голубенькому и расходимся. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ну вы же так любите голубеньки. Не-не-не-не-не-не-не. А если... Сбивай, давай, что-нибудь. Нет, у тебя есть голубенький. У тебя КТ голубенький есть. И все. Ну кирдык какой-то. Ну что такое? Что ты так быстро вылетаешь? Мы все карты показали? Мы все вроде карты показали, да? Если что, то здесь еще есть варенье, следующий игрок. Была у нас такая карта. Была карта. А ну-ка, какой у нас еще карты не было? Комбо у нас не было. У нас, кстати, комбо нет, но сейчас мы все это расскажем. Мифическая комбо. Единорог, дракон и ктулху. Сыграв эту комбинацию из трех карт, вы забираете себе одну любую карту из колоды сброса. Реальная комбо. Кот, пингвин, свинья, панда и овца. Сыграв эту комбинацию из пяти карт, вы забираете муху, открытую любой стороной, у ее владельца и возвращаете на центр стола стороной 1. Супер комбо. Единорог, дракон, ктулху, кот, пингвин, свинья, панда и овца. Сыграв эту комбинацию из 8 карт, вы забираете муху, открытую любой стороной, у ее владельца и выкладываете перед собой на сторону 1. В принципе, все правила вам, я думаю, ясны. Мы сыграли. Я проигравший, походу. Девочки, в общем, меня обыграли полностью.
сделано. Ну, по идее, это надо было еще нам разок поиграть, а вдруг да, бы ты не выиграл. Да, я бы реванш бы все-таки вам... А потом бы еще разок, еще, и это может продолжаться вечность. Интересно, кстати. Игра веселая, очень прикольная. Веселая игра. Интересно, она крутая тем, что мало того, что ты избавляешься от карт, да? А у нас, кстати, был случай, когда избавлялся ты от карт и брал 4. Был же, да? Не было. У нас, кстати, не было случая. Даже если, когда я не успел. Даже если, когда я избавляюсь от карты полностью, я жду своего хода. И если никто не заканчивает, я, соответственно, беру из колоды 4 карты. Да. Вот, и продолжаю дальше ходить. То есть здесь мало, да, остаться без карт. Да, тут нужно избавиться от карт вовремя. Вовремя. А не просто так, вовремя. Так что вот такая вот игра. Напишите в комментариях, понравилась ли вам эта милая, харизматичная муха. Да и вообще, что вы думаете об этой игре? Многие у нас, кстати, спрашивают, где вы покупаете такие игры, где вы их берете. Мы все ссылочки оставляем в описании под видео, да. Как называется игра, где о ней можно посмотреть, почитать. Поэтому, кстати, следующая настольная игра будет очень интересна. Да, ну вообще-то, в принципе, у нас неинтересных настольных игр не бывает. Но мы же вообще любим всякие-такие необычные игры. Ну да. Да. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока-пока.